aproape de problemele oamenilor. Domn primar, ieși afară! Oamenii de la Eminescu 1 vor să ceară socoteală. Ai promis? Ai promis că o să folosească pământul cela de lângă bloc? Și acum i-ai lăsat. Ați privatizat pământul și pe ei nici măcar nu i-ați anunțat. Domn primar, ieși afară. Nu mai ies. O să-i transmită vecinii. Dar cum îl cheamă? Cum e văzut? Pavel Nicolaevici. Ii familia? Ковальчук. Ковальчук. Primarul Pavel Ковальчук. Da. Domn primar, au venit oamenii să ceară socoteală. Le-ai promis că o să rămână cu pământul? Bună ziua! Вы сказали, что вы зайдете. Поговорим. Так вы не то изволили. Посчитали ниже своего достоинства. Почему вы забираете вот последние эти будовки у нас? Мы столько лет не живем. Вам не нравится, что туалеты? Почему вы нас не взяли на учет? Вы ездили с нами в Бельске. Сказали, что я все, я приду, я все решу. Я попросила у Нины, что данное решение суда. У меня ничего нет, я не имею права. Вот у Кони звони бы, у него там сестра умерла, мои соболезнования. Но разве так можно? Мы люди. 20 лет. Да ради кого? Ради чего? Канализации нуй, ника нуй. Она кричала, винит в адресат. Nu sunteți primar la Zastânca? Nu le-ați promis că le dați pământul acela să-l folosească? De lângă casă. Pentru care i-ați luat la băt la judecată înainte să ajungeți primar? Voi bine tam, vă знаете, що ви що ви получили рішення. Почему вы нам не дали? У меня есть штампы стоять, я столько раз писала на консилиум. Запиши мне вот эти сотки, я не брала нигде ничего. Нина Владимировна сколько участков взяла? А? Как ей дали шанс 12? Как ей был поставлен вопрос, что она взяла 14? Что набить карманы? А? Это так делается? Грамульку, неужели нельзя? 12 человек по одной сотке каждый. Деci nu i-ați anunțat când s-a scos la privatizat pământul acela? Я спорю, шесть дивина, я не поняла. В чем он виноват? Почему я виноват? Почему вы нам не дали решение? Почему вы было заявление не... Не написали мне, я писал, что запиши мне этот кусочек земли. У меня все приватизировано, у меня все замерено. Что за... Покажите документ. Я показывала. Покажите документ. Показывала. Покажите документ. Я не взяла шаг с собой. Нет. Давай. Я показывала, вот люди видели. Дом примат. И эти все видели, я выносила. Делайте шоу или где-то. Это ну и шоу, это и протест пашник шелегитим. Ну и шоу. De ce ați scos la privatizat pământul și nu i-ați anunțat pe cei care îl folosesc de 40 de ani? Când i-ați chemat la judecată la Bălți, știați că e cu situația pământului celuia. Când ați ajuns primar și l-ați scos la privatizare, nu vă interesează. Ei rămân fără toalete, fără pământul din care se hrănesc, fără locuri de garaj. Pământul de lângă casa în care ei trăiesc. Neata, ești primar, putea să-i anunți pe ei. Știai că ei folosesc pământul acela. Să-i anunți că se scoate la licitație. Când ați scos pământul la licitație, nu trebuia să-i anunți și pe beneficiari. Consiliu! Când ei l-au la judecată la Bălți, știai că ei îl folosesc. Dar după aceea nu i-ai anunțat nimic. Ei au aflat de-am după ce s-au privatizat. De-am după ce s-au privatizat. И бунаша. Почему вы нас не взяли на баланс? Бо не хотели делать. Мы и так всю жизнь делаем сами все. Но можно было взять и записать каждому, кто что имеет, и все. И на этом кончилось. А? Это такая проблема. Там человек и тут. И мы уже и тут продали, и там. Кто продал? Примария, консилиум локал. Nu ești șef administrației locale. Nu ești șef administrației locale. Пришел Ромашкан и мне сказал: "Бабо, ты сколько ещё лет имеешь? Сколько ещё жить будешь?"
А? Ты понимаешь, что ты с властью разговариваешь? А? Заберите туалет. Вы понимаете, что у нас туалета нету? Был Игорь на дороге, забери, бы там некрасиво. Забрал, поставил себе там на сотке. Хоть тут колодец, но он поставил туда дальше. А? Вы мне лично говорили, понастраивали туалету. Куда мы будем ходить? Кто-то поинтересовался, где нам... Блок вас, а ну требы коннектат ла канализари. Ничего не было, ни воды, ни туалета, ничего. Мы столько лет работали. И то вы не хотите. Вот этот кусочек земли, и вы свою совесть продаете. Я так доверяла вам, как не знаю. И чем за совесть или совесть? Я никогда не думала, что вы вот такую гадость делаете. Что за гадость? Что за гадость? А рамас фарапамент на унде сколько пипи кака, на угараж. Павел Николаевич, вы все там, там у вас очень секретарша грамотная. Подставные лица, как уже три раза продано. На одного, на другого, на третьего, чтобы не конкретно. Чтобы черт кто что заказал. Нина, я на склонку вас. Сику гарду сел карли пустого клопа. Сику гарду сел карли пустого. Тетя Нин, что с забором, который вы там поставили? Каким? Да я не знаю, какой забор. То, что я, где у меня там? Да. Ну что, ничего? Как ничего? У меня там есть документ. Это контра... Да, уже, есть. уже. Пей, да. У меня есть решение. Да убей меня на полиции. Какое решение? Cum a obținut Romașcan pământul acela? S-au făcut licitații? Cum a fost? S-a decis Consiliul să-l scoată la privatizare. Consiliu. Și de ce nu i-a anunțat pe ei dacă ei folosesc pământul? Ăsta spartici pe ei. Nu trebuie să-i anunță și pe ei că ei folosesc pământul. Spartici pe la... Valeriu Nicolae, dar trebuie să duc undeva la toaletă, nu o pișă și cași în tufie, nu? N-au nevoie oamenii de toaletă? Oamenii din bloc, unde trebuie să fac pipi caca? Da, eu unde să fac eu? Păi nu au nevoie de toaletă. Unde trebuia să o facă? Să fac pe un loc de acela unde trebuie. Dar unde să-l facă? Sub blocul lor sau unde? Oleg Brega. Unde trebuia să facă toalete? Sub blocul lor sau unde trebuia să-l facă? Ai conectat blocul acela? Blocul acela l-ați conectat la canalizare? Вот тут, а что я не имею права даже свои гаражи там чекаторить? Приватизировали... У меня приватизировано. А что с туалетом, почему не решили? А стой, общий туалет полный. Не, общий. Я говорю, приватизированную квартиру, да? Приватизировано, у меня все приватизировано. Где туалет? Туалет в конце огорода моего. Почему? Потому что внутри не было. Что внутри не было? А где, куда я должна была ходить? Печеури, нутру, нус, окло канализации. Не то, что у меня вон все. Все. Туалеты не имеют. Сила, ну есть канализация. Не имею туалет. Сила, ну есть канализация. Пы, да три следа, здорлок. Да три следа со слог, он здесь факт туалета, ну? А так ведь Сочи, а я как... Касса, Наталья. Здесь Сочи. Лынга касса, жесть, промоз. До успеха пантадмете, кыт Сочи ноевем. Aici, pânămu. Am udeam numai vesnică. Și acolo și era, bă, că ți-a gătit nici așa ei noi. 12 familii cu copii, pensioneri și n-au nici o bucățică de pământ, să ducă la viceu, să facă aici. Mă taie 10 soci, lângă. Правильно? Și așa e bucățică de tot la unul, tot numai la un om, la o familie. Așa e de bucățică noastră. Nu-ți dau la nimeni. Правильно, ну, смотри. Консилиум, консилиум детис. Консилиум детис. Грех на твою душу. Да? Смотри, ну, партичи, сидим, Саши, ну. Вот, ну, рдич, вот. Отменяйте это постановление, запишите нам все кусочки и на этом кончим. Вот это будет, черт знает где будет. Посмотрите. Посмотрите. Мы что, не люди? Мы работали там, жили. Земля принадлежит этому дому. Значит, вы землю забрали, а дом вам не нужен. И вы оставили нас... Я даже 2000 не получаю, я столько работала на ферме. Та одна сотка, что от того земли, что я там имею грядку или что, что я не могу ходить в город и посадила там лук, чесночку, петрушечку возле дома. Я при чем? Есть примар, ну. Еще не примар, Аиша, я вообще не примар. А что там у вас команда? Не Новодимировна, да? Да. Ну, говорит, вы Мария Пашинова. Лагуверн. Чем же протестам на Кишинев, да? Дом престарелый, что еще что-то знает, что... Да, не знаю, консументы, я здесь товарищ, их из инспатию публик. Ну, слама та, Акаса, Аича. Пы, не знаю, ты же сам интерзишь. Nu trebuie să-mi dai voie, nici pentru protest, nici pentru filmare. E un drept fundamental, e scris în Constituție. Da. Au luptat unii pentru asta.
Și pentru că dreptul să ai proprietate. Care e problema? De ce nu i-ați anunțat pe oameni că scoate pământul la licitație? Ești primar. Dar cum a ajuns acela vecin? Dar cum primărie, cum a făcut ca pământul acela să ajungă în proprietate cuiva și acum se poate construi? Exact. În plan e lui, apoi și ăsta noi. А то свои карманы набиваете. Я не знаю, Ника. Не знаю, что происходит в примере. Абдарчи, почему ты им требуешь вещи, которые знаешь? Ей кемат на жудекату, знаете, потому что ей кемат на жудекату? На Белц. А то они врут вотуры, да? Я подойду до коллеги, переговорим, чтобы меньше кто знал или то. Не, не надо, я заеду к тебе. Пришел тот. Вот мы посоветовались, мы уже до осени вас не трогаем. Бо он сказал, сегодня снимайте, я завтра загоняю трактор, я буду строить. Набрав сколько там теплицы, хай строить себе там дом. А эти нас оставьте в покое. Не наш. О, с вину вамени, что с фак туалета на порта до металли. Че крест, что с фак вамени фер туалета? Și o să sparcheze mașinile în fața porții, tot așa. Nu trebuie să te ocupi de oamenii ăștia dacă ești primar în sat? De toți oamenii trebuie să te ocupi, nu doar de cei care te-au votat. Mai bine, vină, 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 v